Всем привет, ребят! С вами я, Герман. И сейчас я футбол смотрю. Да, ребят, сейчас начнется. Только почему-то я разбил стекло. Все, починка готова. Так, ребята, сегодня я тут решил... Сегодня я тут решил включить футбол, потому что вот так. Вот смотрите, ребят. Будем смотреть. Давай. Ага, давай. Да, ребята, 2 часа будет идти футбол. Поэтому я буду до полуночи смотреть. Ох, ребята, футбол уже закончится. Давайте уже спать. Все. Начинаем. Так, сколько сейчас времени? Так, достаю свой телефон. Да, все. Так. О, ничего себе! Сейчас сколько времени? Так, наверное, девочка уже ждет меня уже. Давайте сейчас к ней придем. Так. Для начала мы сейчас сюда. Давай. Ты же мужик. 10 часов. В 11 мы должны прийти. Так. О. Опять это дождь. Открываем чат. Вот так, я молодец. Так. Кстати, я тут вижу, что ДНС открылся. Так, вот так. Все. Спустились на второй этаж. Теперь давайте сейчас спустимся на первый. Так. У нас есть что-нибудь покушать? Блин, зачем кушать? Нам же на работу пора. Ребят, давайте. Раз. Так. Ой, простите. Здравствуйте, мистер Секристин. Так, все. Так, ребята, ну, мы уже пришли. Вот, смотрите, какая квартира здесь золотая, хорошая. Так, ну что же. Это что? Это книга. Давайте. От мисс Мулпода. Что значит Мулпод? Так, читаем. Я уехала на море. Через 1 день вернусь. Пожалуйста, сделайте квартиру алмазную, пока я на море. Я же не зря заплатила 10 стаков золота. П.С. Если вы голодны, можете достать мою еду из холодильника. Да, конечно, я голоден. Да ё-моё. Ушу свининку. Окей. Давайте сейчас и курицу покушаем. Окей, всё. Приступаем к работе. Начнем с улицы. Начинаем снаружи. Так. Ребят, давайте. Так, это все на. Давайте сейчас вот так. Блин, зачем? Как его мисс Мулпода? Мисс Мулпот не хочет золота. Она что, хочет алмазы? Да ёпрасоте, зачем ей алмазы? Вот сейчас. Так-так-такс. Ой! Опять я снес. Кирпичи. Так.
Ё-моё. Ой-ой-ой, так. Блин, опять я ещё чихнул, так. Ой-ой-ой. Всё, теперь. Давайте, оп. Оп, оп, оп. Так-так-так-так-такс-такс-такс. Кстати, ребята, я тут прочитал, что автор это мисс Мулпот. На английском языке почему-то написано мул целых две о, две буквы о. А может быть через ю пишется? М? Она какая-то неграмотная. Мы не будем оскорблять, а то тогда снесет мой дом. Ну если снесет мой дом, я тогда буду выгонять из этой деревеньки. Потому что я живу здесь, не, я живу здесь, как сказать, 3 недели, 4 недели. Так. Так, 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 так. Блин, скучная работа. Это была очень скучная работа, но сейчас это скучная работа. Так. Раз, два. Опа, почти похоже. Так, раз, два, три. Так, оп, оп. Давайте. Оп, оп, оп. Хопа, 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 хопа. Блин, ребят. Блин, это же просто хорошо. Ну, это капец просто. Зачем столько алмазов, если заплатить 10 стаков золота? Может быть, алмазы? Блин, я хочу получать больше всего алмазы. Блин, да еще и скоро будет. А, еще пока полдень. Так, 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 так. Посмотрите, а. Мне придется еще и снаружи делать. Ё-моё, посмотрите, а. Вот это что? Алмазный скворечник. Ну, разве что стенки алмазные, только осталось... покрасить и полы, и потолки. Вот сейчас еще спутимся, потому что меня потом жители выгонят. Ах ты, так, все. Холодильник. Вот так. Посмотрите, вот такой холодильник.
Ё-моё, так. Раз, два, три. Раз, два, три. Оп. Смотрите. Вот так будет выглядеть. Так, надо сходить на второй этаж. Так. Всё. Идём. Так. Блин, дождь. Погода. Так, 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 так. Так, так. Все мы тут будем делать. Посмотрите. Даже житель ко мне приперся. Житель, давай, давай, давай. Твоя квартира закрыта надолго. Давай, давай, иди, иди, иди. С... соседнюю. Давай, давай, давай. Иди. Так. Сейчас у меня получишь. Понятно? Ёбмары СТ. Оп, оп, оп. Ой-ой-ой. Это же наковальня. Давайте сейчас потом... Блин, наковальня упала. Ну хорошо, что не на жителя, потому что житель может умереть. Так. У меня так. Селенина мы будить не будем. Опачки, посмотрите, почти все сделано. Разве что золото только осталось еще. Оп. Оп. Ах ты. Ах ты, зараза. Так, сейчас. Вот так. Сероковер. Вот так. Так, еще надо наковальню вернуть. А не то мои деньги заберет. Криво поставили наковальню. Вот так. Так, вот это. Так, вот это что? Посмотрите, ребята, это что? Это что? Это что еще? Ребята, это какое-то взрывное. Взрывное изделие жен-дед голоса. Женского детского голоса. Давайте мы испробуем. Не надо. Давайте. Так, 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 так. Блин, надо выпить молоко. У меня уже эффект пошел. Так. Раз. Два. А вот это... Так это еще что? Как сделать зелье лечения? Так, это зелье лечения. Опять меня кто-то перебивает. Так, ребят. Так, ребят, это книга. Там есть всякие страницы, но мы не будем красть все это. А иначе все. Так. Так, все, все. Смотрите. Так, книга оставит себе. Так, там кирпичи видны. Нет никакого золота.
А то она сказала по телефону, что надо всё сделать. О, всё. Подождите. Продолжаем. Вот, смотрите. Вот это богатство. Ну, давайте сейчас мы будем спать, потому что уже, как сказать, ночь. Завтра мне надо на работу идти. Так. Ой, всё, сплю. Что? Да сейчас. Алло. Алло, здравствуйте. Здравствуйте, мисс Мулпот. Как ваши дела? Всё прекрасно. Вы мою квартиру сделали полностью алмазным. Спасибо. Да. Да, я же говорила, не зря. Я потратила столько стаков золота. Целых 10 я тратила за такое. А вы сразу же не игнорируете. Блин, я ждала целых 3-4 дня. Блин. Я так... ждала эти долгие дни, когда вы все сделали в моем доме. В моей квартире, да. Это моя квартира. И вы очень хорошо сделали. Спасибо. Я заплачу еще 2 стака. 2 стака? Да. Я сейчас схожу в ваш магазин. И тогда точно я... оставлю. Хорошо? Ага, хорошо. Ага, пока. Пока. Так. Так, нет. Телефон я сижу. Так, ребят, я пошел на работу. Так. Ребят, давайте сейчас. Так, смотрите, ДНС открылся, потом я скажу. Только там какие-то свиньи. Территория рынка наша. Так. Так, я работаю в этом магазине, где который там украшено все. Там Хэллоуин. Ну сейчас же 5 ноября. Сейчас уже пора убирать, например. Ну, понимаете, что еще? Каникулы продлили, поэтому мы убирать не будем до декабря. Посмотрите, 31 октября мы закрывались в полночь. Все, я пришел. Так, уборщики. Где вы? Смотрите, они сбежали. Слышите вы, где вы? Они, наверное, в аптеку приперлись. Где вы в аптеке? Так, ребята, я пошел искать уборщиков. А вы сейчас ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Я должна все это время делать. Так, ребят, смотрите, а? Сбежали они все. Все. Ладно, ребята, я пошел искать. А вы сейчас ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Все, ребят, до свидания.